И всем привет! С вами Олег Детройт, и сегодня мы с вами продолжим играть в игры. На сегодня это у нас шестая часть, получается, не те самые выживания, точнее, не те самые прохождения с Детройтом. Итак, на чем мы остановились в прошлой серии? На том, что мы, как обычно, залезли повыше, чтобы спрятаться от криперов и прочей нечисти. И что я тут вспомнил? У меня же нет еще верстака, прошло уже столько серий. 6 серий прошло, а у меня все еще нет верстака. Это же, ну, как бы неправильно, наверное, как я буду крафтить все остальное. Да и вообще топор мне, в принципе, пригодится в дальнейшем. Поэтому что мы делаем? Мы, значит, берем все, что у нас тут, значит, есть, и делаем себе верстачок. Верстачок верстаем. Вот он у нас, верстак, самая главная вещь в нашем инвентаре, так скажем. Он нас не раз выручит. Давайте все эти яйца, всю эту жрачку мы спрячем, а то я выкину, как в прошлый раз, все, что мне так надо было. Все равно я этим ничего не буду пока делать. Вот 22 гриба, отлично. Отличник. Так, значит, тут у нас... это нам пригодится. Так, это мы пока сюда верстачок поставим. Деревяшки мы сюда, это мы, ну, песок, в принципе, да, пускай тут будет. Эти всякие штучки мы сюда положим, ну, ладно. В общем, места у нас пока достаточно, тем более у нас есть верстак, мы сможем сделать себе рюкзак. Где там у нас, значит, верстак, вот он. Ждем, пока все монстры уйдут, а может быть, да, знаете, я в следующий раз, чтобы не терять времени... Я построю такую же площадку. В общем, вы увидите, будет очень круто. Я и дом не буду строить, но и площадку я классную зато построю. Вы просто охренеете, что за монстр там вдалеке. Будто бы, я даже не знаю, на что это похоже, а что это такое. Надо туда сходить будет. Смотрите, как звезды двигаются и облака плывут. Отлично, это просто реальный мир Майнкрафта, он намного круче настоящего. Так, что у нас тут, значит, луна садится, отлично. А это значит, что пора спускаться как можно ниже, на самое днище. И, кстати, что за индикатор этот зеленый внизу, я не понимаю. В принципе, он не двигается вроде, поэтому я и не обращаю на него внимания особого. Так, давайте подождем наверняка, чтобы все это, значит, расцвело. И туман, вот он, утренний такой, прям вообще класс. Остался бы здесь жить. Если можно было бы жить в какой-нибудь из игр на выбор, я бы выбрал бы Майнкрафт и обязательно бы там бы жил. А что было бы круто, мне кажется. Кстати, верстаком я лучше не буду бить ничего. Так, вот он, я вижу крипер там внизу, значит, он почти взрывается. Он светит? А это точно крипер? Почему он разными цветами каким-то? Он же зеленый должен быть. Давайте пониже спустимся, дадим ему люлей, если он еще не убежит. А, все, он взорвался, похоже. Ну все, в принципе, тогда вниз спускаемся. Не вижу никаких препятствий, проблем. Наберем побольше травы и прочее. Ну, как обычно, надо встать пораньше, чтобы все это сделать. Так, давайте быстрее. Так, что нам еще надо? Теперь мы сделаем себе топор, сделаем себе, значит, остальные ништяки, которые нам помогут побыстрее добывать все наши материалы. Так, и далее начнем строить дом. Если кто-то думает, что я буду строить там супер-мега-дом какой-нибудь, то нет, вы ошибаетесь, я не, так скажем... Не строитель такой особый, поэтому вы не увидите классного дома какого-то. Это будет обычный проект 3D-шный, обычной квартиры, поэтому, может быть, я многих разочарую этим, но как бы большего не ожидайте. Может быть, потом я, конечно, я, видите, изучаю Майнкрафт, и в дальнейшем я просто здесь буду строить такие штуки, что и Лололошка со своим Пердитио даже и не представляли. Так, что еще здесь нам надо? Так, зайдем сюда, так, угу. Вот мне не нравится в этом мире то, что... Давайте поставим верстак сейчас, найдем какое-нибудь место. Мне не нравится этот мир, я здесь могу просто упасть и разбиться. Здесь очень много пустот каких-то непонятных, которые вообще мне
просто никак не помогают в игре, а только мешают. Ну и здесь, о, отлично, яйцо. Яйцо мы берем. Курятину мы будем убивать или нет? Наверное, давайте пока не будем. Никакую курятину мы убив... Хотя, она так стоит заманчиво, так и хочет, чтобы я ее убил. Да-да, вот, отлично. Перрон, ну, нам, в принципе, это пригодится, все. Так, значит, вот этого мы тоже набираем. Этого мы всего набираем. Я просто, когда вижу все это рядом и столько много, я не могу остановиться, и мне охота все это взять. Что-то там красное такое вдалеке виднеется. Не понимаю, что это такое. Вот, видите, вы тоже, да, это видите? А, так, давайте, значит, вот этого наберем. Это что такое? Так, это ладно, это не будем брать. Так, вот что это там такое большое и красное, я не пойму. Похоже на утку, но это вряд ли утка. Слышите? Вы это слышали? Это что такое? Мне показалось, что это самолет какой-то пролетел, но на самом деле это какой-то звук, как я понял, который предвещает чему-то. Ничего себе! Вот это да! Стойте, ставим верстак и делаем себе топорик какой-нибудь. Так. Так, значит, делаем топорик. Как его мы сделаем? Сейчас, секунду. Итак, я посмотрел просто вики штуки, как делать, значит, топор. Но для начала мне надо это, палки как бы. А как я достану палки? Мне надо палок побольше. Пару палок, так скажем, кинуть. Как сделать палки, я не пойму. Что мне для этого надо? Так, сейчас, секунду. Дерево у нас, значит, есть. Так, стой, секунду. Я немного потуплю, так скажем. Так, давайте отсюда выйдем. Так, возьмем, значит, цельное дерево. Нам надо цельное дерево. И сделаем себе кирку. О, слушай, ты так смотришь, будто бы помочь хочешь. Так, но от тебя никакого толку. Так, темно в лесу. Надеюсь, меня крипер за жопу не схватит. Древесина темного дуба. Новое достижение. Отлично. Нарубить дрова. Отлично. Так, значит, вот у нас есть цельное дерево. Давайте еще одну сделаем. Вот так. Все, цельное дерево у нас есть. Теперь нам надо из этого темного... О, темное дерево. А я говорю, так темно. Странно, почему? Это, оказывается, из-за того, что здесь дерево такое растет темное. Как мне сделать... Как мне сделать палочки, я не пойму. Не надо мне верстак. И мне надо обычное дерево. Так, давайте... Давайте вот его мы возьмем. Это, надеюсь, обычное дерево. Скоро закончится, значит, рассвет и все такое. И выхода нет. И я еще ничего не сделал. А мне срочно надо пару, значит, дуба нарубить. Чтобы дубы не дать. Так. Давай, быстрее. Скоро начнет темнеть. А у меня здесь столько деревьев, мне это все надо. Так, от верстака я не уйду далеко. Так, секундочку. Так, нам нужно палочки, значит, палочки. Да и как? Ребят, я просто звезда в шоке. Я не знаю, как сделать палочки. Как сделать палочки? Это ли... Оу. Стопэ. У меня ж только сейчас получилось. Вот, наконец-то. Да, я тупанул. Надо было вот так просто сделать, и тогда у меня бы были бы те самые палочки. Так, теперь все. Теперь мы делаем следующее. Открываем верстачок. Ставим, значит, вот такие дощечки. Потом вот это ставим. И у нас... получается, должен получиться был топор, но он не получился. А что за... Цельное дерево, что ли, надо? Ой, вот дерьмо, а. Вот я тупанул. Действительно, надо было поставить на паузу изначально и все-таки разобраться, что и как здесь делается. Так, давайте еще нарубим немного, значит, дерева. Я думаю, еще 4 нам будет хватит. Нам будет хватит, да, я
грёбаный нерусский человек. Так, и последнее, давайте все-таки вот так. Ну и давайте еще одно, окей. Вот, отлично. Так, все, набрал. Главный верстак не потерять, где он у нас там был. Потому что я не хочу потом второй еще делать, для меня это долго. Так, что нам надо? Цельное дерево. Открываем верстачок. Открываем цельное дерево. Будет дубовый у нас, значит, топор. Так, и вот все. Нет. Опять что-то не то, что-то не то. Так, стойте, давайте, может, вот так попробуем. Так, это мы достаем сюда. Так. Вот из этого, может быть, нам надо... Вот, наконец-то, да, все, я понял. Я понял, что я японил. Так, здесь оставляем одну. Это мы переносим сюда. Берем дерево, так. О, нет, стой. Стой. Так, берем, значит, вот эту штуку. Раз. И все, и теперь из этого мы делаем себе топорик. Да. Что тут происходит, я не пойму. Что за говно? Что за говно происходит? Только что я делал. Здесь... Так, стойте, нет, не то. Как так? Я ни хрена не пойму. Вот, наконец-то. Вот, оказывается, в чем дело было. Вот он как делается. Все, это мы достали. Давайте еще один сделаем. Так. Только вот такой вот. Нет, такой не получится. Окей. Сделаем вот такой себе топор. Кирку, точнее. Либо вот такую, да, давайте вот такую сделаем. Нам тоже она пригодится. Так, и давайте еще одну, наверное, замутим. Так как материалы у нас, в принципе, завались. Хватит намного. Так, значит, сюда, сюда. Это сюда. Блин, как эта ложка делает быстро, я не пойму. Так, на сколько ударов? А, плюс 2 урона. Так, отлично. Ну, в принципе... Вот дерьмо, как темно стало. Далеко мы отсюда не уходим. А, нет, стойте, дайте я заберу. Давай, давай, быстрее. Заберу свой верстак. И, значит, поднимемся ввысь. Я не хочу сейчас потерять все, что у меня есть. Ведь я этого так долго добивался, что просто вообще. Так. Все. Ты в безопасности, Детройт, ты в безопасности. Успокойся, успокойся, успокойся! Так, отлично. В общем, все, на этом давайте закончим. С вами был Олег Детройт. Подписывайся, ставь лайк. В следующий раз, я думаю, будет интереснее, потому что теперь я умею крафтить. А на этом все. Всем пока, подписывайся, ставь лайк, чувак. Пока, бро.